Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы будем ловить буфиков на Ахтубе, дорогие друзья. Давайте я вам покажу сборки, вообще я сейчас не планирую прямо сейчас забрасывать, у меня 18.50, я планирую начинать там с 6 утра рыбать, что-то такое, да? Покажу вам пока свою оснастку. В общем, да, у меня по удочке 39 килограмм удочка, шикарная удочка, Фортуна Карп 360 XH, всем советую, кто будет там ловить на янтарке и так далее, да? Калибрик. Ну и давайте перейдем к основкам, да, поводочки, плетеный шнурочек на 3,6 килограмм, у меня стоит там на 24, огромные 1,0, огромные 2,0, 2 огромных 1,0 и 1 огромные 2,0 крючки, стоит у меня пилец, пресноводный криль 18, тонущий бойл, крапи миди 20 и дип красный криль, но не забываем, что я ловлю со сподом, я буду ловить со сподом. И вот такую прикормочку я скрафтил. Сам уже скрафтил, дорогие друзья. 9 из 10. Шикарно. Семя подсолнуха, черный криль, криль 12, красный криль 8, красный криль 4 и красный криль. Вот такие дела, ребятки. Что ж, я дождусь утра, и мы начнем нашу рыбалочку, ребятки. Поехали. Итак, дорогие друзья, давайте закидывать наш сподик. 21 метр клипса у нас, что там, что на удочке, что на споде. Вот здесь я примерно стою, да, и давайте. 21 метр, главное сейчас нормально кинуть. Есть, прям под кончик клипсы. Боже, как же идеально я забросил. У меня ракета, которая открывается от удара, поэтому я ее выматываю. Поэтому я ее полностью выматываю. Да, теперь мы ее ставим где-то вот здесь, вот по кайфу, ну, чтобы она здесь стояла, хорошо. Есть, такое дело, отлично. И давайте, ребятки, закидывать теперь наши удочки. Фрик, кстати, у меня перетянутый. Так, так не надо, давай. Оп. Прям в прикормленное место, ребята. Прям в прикормленное место. Как же шикарно я забросил, я считаю, просто великолепно. Раз, два. Идеально просто, просто идеально. Главное, чтобы клевало, на самом деле. Я первый раз ловлю буфиков. Реально первый раз ловлю буфиков, поэтому, ребятки, пожелайте мне удачи. Посмотрим, как работает точечка. Я знаю, что точка далеко не секретная какая-то, не особенная. И знаю, что ямка находится вон там, ну, на посте, да, которую я стрелял, там ловили вот так вот. И я вот тоже буду так ловить. Итак, ребятки, наша первая поклевочка. Давайте смотреть, кто у нас здесь получится. Пока долго клюет, очень интересно. О, очень жаль, что здесь могут заходить у нас с приловом сазаны на самом деле, да. Это такая вот грустнявочка, от которой не сбежать. Что-то я боюсь брать. Давайте, все, подсекаю, подсекаю, подсекаю. Скорее всего, это сазан есть. Да, это, скорее всего, сазан. Я еще не ловил ни одного буфика. Поэтому мне будет интересно половить буфиков. О, вау, ребятки, мой первый буфик. Буфало большеротый на 3800. Ну, маленький, маленький. У меня, если что, вот стоит оснастка на трофейчик. У меня стоит оснастка на трофейного буфала. Так что, может, повысиживать, конечно. Я понимаю, что словить это очень сложно. Да, кто-то приходит с первого раза закрывает, кто-то приходит с 20-го раза не закрывает. Ну, я попробую. Что ж, первый буфик у нас есть. Посмотрим, через сколько будет второй. Очередная поклевка на ту же удочку. Что за магия? Что за волшебство здесь происходит? Хогвартс, пожалуйста, не злись на меня. Почему именно на одну удочку? Вот как всегда, типа, вот рыбачишь, да, вот на что-то поприкольное, вот такое вот. И так бывает, что почему-то вот две удочки стоят для красоты, а одна рабочая, если на крупную рыбку идешь, да? Что, все? Это все? Не, ну пожалуйста, можно не так? Можно нормально, а? Да, есть, продолжается поклевка, ребят, буду комментировать всю поклевку, не буду подрезать уже. Есть, 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 сюда. Ух ты! Покрупнее должен быть, чем прошлый. Давайте сейчас и проверим заодно. Если это не сазан какой-нибудь, да? Сазан. Это сазан уже. Сазан 2900. Вот так вот. Ну так вот бывает. Ну ничего страшного, в принципе. Я прекрасно понимаю всю эту движню сазановую. Прекрасно понимаю, да? Что хочу взять? Хочу взять опять свой сподик. Да, и прикормиться сподика еще раз ту точечку. Я думаю, на 35, если закинуть. Боже, не туда кинул. Сейчас будем выматывать его и еще раз прикармливать, ребятки. Со сподом надо ровно. Надо ровно прикармливать. Так не получится, по-другому не надо. Так, блин, как бы встать? Тут у меня все время как-то, ну, вот быстро-быстро шевелился. Вот так, да? Давайте, 42%.
Хорошо, а левее можно чуть-чуть левее? Давайте еще раз. У меня там уже 40 прикормки. Каждый удар, видите, прикормка отнимается. Вот сейчас увидите, я сейчас еще раз кину прикорм. И вы увидите, как прикормка у нас, да, вот смотрите, о, уже 30, вот так вот, да. И вот туда я хочу кинуть еще, вот туда, 40. Есть, все. Как по мне, я идеально закормил, ребятки. Кому интересно, как мой спот выглядит, я вам сейчас покажу вообще. Такая вот стандартная, знаете, у нас была закупочка на сподик. Правда, катушку можно такую крутую не ставить. Вот так вот, ребят. Ну как крутую катушку? Катушка достаточно дорогая, но она не крутая. Такой вот у меня сподик. Если кому интересно, пожалуйста, пробуйте тоже на него ловить. Окей, ждаем следующих поклевок. И сколько времени прошло? Ну, часа 4 минуты, да, вот так вот примерно. Не знаю, сколько я буду сидеть на точке, посидим подольше на самом деле. Это такая не проверочка, а просто ловим буфало. Показал вам точку, показал вам, на что ловлю. Посмотрим, что словлю. Ну, кстати, еще одна поклевка. Вполне себе неплохо. Есть, уже загнуло, уже загнуло. Опа. Ребят, интересно. Интересно, президент. Это может быть сазан. Это может быть сазан на 17 килограмм. Это может быть сазан на 17 килограмм. Он очень любит так мотать. Но нет, все, это сдалось. Это сдалось, это какой-то... Кто ты у нас, воин? Покажись. Кто ты, воин? Блин, походу Амур какой-то. Или кто это? Сазан, да? Гад. Амур белый. Божечки, кошечки, ребят. Белый амурчик. Это разнорыбица, так разнорыбица. Ну куда без этого? Куда без этого-то? Ну, и так бывает. Боже. Все, продолжаем. Ребятки, поклевочка еще одна. Видите, какая... Не стремительная, далеко не стремительная. Но сейчас проверим, что это такое будет. У нас вообще интересно. Вот мне нравится, знаете, делать что-то новое в рыбалке. И сейчас, знаете, с контентом такая беда. Трофеев не всегда получается доставать, правда? А видео снимать и показывать хочется. Хочется, чтобы вы смотрели что-то. И надеюсь, что вам тоже приятно смотреть разные видео. Там под рыбалочку, возможно, кто-то смотрит, кто-то просто там под чаечек. Вот, поэтому рыбалка такая игра, что иногда вот хочется поснимать что-то такое обычное. Понимаю, стримы не всегда могу запустить, да? И даже если могу запустить, то немножко не то, не все могут посмотреть. А вот такие вот рыбалочки вполне себе. Так, снова ты. Противные сазаны, короче. Это нормально. При ловле буфала вот такая движня, это вполне себе нормально. Вау, как активно у нас здесь прям все расклевалось. Я надеюсь, что у вас мозг не поплавил от этих, блин, пищащих элементов, короче, потому что такое возможно вполне себе. Блин, я боюсь поднимать эту удочку. Там, по-моему, уже есть рыба. Тут есть рыба, да? Давайте тянем. Не сойдет? Не, не сошла, не сошла. Кто ты, воин? Иди ко мне. О, ребятки, еще один буфик. Еще один буфик, хорошо. Сложено 3200. Маленький, ну маленький буфик. Не пойдет, такой не пойдет. Надо больше. Надо куда больше. Такие нет, такие нет. Ребят, беда в том, что у меня прикормки сделаны, ну, вот буквально, да, чтобы на одну рыбалочку чисто. Сейчас денег совсем нету, 22 монетки. Да, сейчас покачали мы, короче, всей группой, всем YouTube-каналам, всеми подписчиками качали мне эту прикормку. Смотрите, ребят, 95% уже вкачал. Завтра докачаюсь до соточки, будет красота. Вложил очки сюда. Вот, красотища, просто красотища. Ну и все, тут у нас уже тоже рыбка есть, да, начинаем ее подсекать. В таком случае, блин, тут фрик не затянут. Интересно, почему? Хорошо, что не сорента хотя бы. Я уже, короче, на стриме поставил сорентик, да? О, снова ты, братан. Ты нам не надо, нам надо буфики. Нам надо буфики. Это причем огромные два крючок, что ж такое? Может реально ставить огромные три? Огромные четыре? Вполне себе нормально. Ого, как клюнуло резво. Ребят, очень резво клюнуло, смотрите, да? Мы даже ничего не успели сделать, по сути. Кто ты? Давай буфало, пожалуйста. Будь ты буфиком, а? Снова у нас сазан. Да ладно. Кошмар. Кошмар какой-то. Ух ты, как клюет. Ух ты, как клюет, реально. Ну-ка, посмотрите на это. Прям вообще шикарно. Ну, прям шикарно клюет. Смотрим, что у нас здесь будет. Все, есть. Пока поклевочка. Сделаю вот так, чтобы вам не мешало ничего на экране.
Мне вот нравится вот так вот играть через хардкор режим, да. Это интересно. Все, подсекаем. Ну иди сюда, красавчик. Блин, ну можно было уже и буфика дать на самом деле, а не сазана. Да, может у меня не совсем идеальный, да, сет был для буфа. Но я смотрел, ну вот это вот трофеи закрывает, но вот это их ловит достаточно много. Не знаю почему у меня так получается. Ну, как получается, так уже и получается. Кстати, вот самое интересное, что ко дню расклевалось. Все, ждем следующих поклевок, ребят. Очередная. Очередняра пришла. Кто ты? О, вот эти поклевки, знаете, у сазанного буфика очень долгие, нудные. Я, наверное, буду подрезать так, чтобы мы не смотрели на эту пищащую красоту. Потому что я понимаю, как это мозги выносят. Может, вообще будем рыбачить с колокольчиками. Ближайшие, я куплю какие-то колокольчики прикольные, там три разных колокольчика. Будем пробовать рыбачить с колокольчиками. Вот на такой рыбе хотя бы, да? Когда она очень долго клюет, потому что это невозможно. Даже мне мозг проедает просто уже. Так, ну. О, да, давайте. И третья должна заклевать, чтобы у нас вообще гирлянда получилась новогодняя. Со звуковыми эффектами. Все, здесь ход. Я не могу понять. Леска, да, опустилась. Подсекаем. Иди ко мне. Вот с той стороны обычно буфики приходят. Нет, снова ты. Амур белый, кошмар. Все, уже клюнуло? Да, уже клюнуло, по-моему. Только что так хорошо загнул. Думаю, можно было и подсекать только что, а уже все. А уже все, говорит рыба. Не, не все. Отлично. Меня интересует буфало, а не вы. Драгоценные мои сазаны. Так. Хорошо. Хорошо, пока клюют сазаны, то ладно. На самом деле. Ребятки, такой вот у нас пока садок, да, два буфика и очень много сазанов. Вы напишите, это только у меня так, что да хрень, сазанов на буфало клюет. Или, может быть, все-таки это не только у меня. А еще вопрос для знающих. Напишите, на что вы ловите, там, размер бойлов, да, и вот какие бойлы. И куда забрасывать, то есть вот сюда или вот сюда все-таки прямо надо. Может, левее все-таки надо забрасывать, надо будет пробовать по-разному. Итак, ребят, у нас наблюдается поклевочка, да, на... Здесь что-то у меня вообще леску, да, стянуло куда-то. На первой удочке поклевочка наблюдается. Давайте посмотрим, что там. Ну, чтобы вы понимали, сейчас не попало это в запись, к сожалению. У меня был размот, мне оборвало литкор. Я вам просто это расскажу, да, тебе без подробностей. Как оборвало, я не заметил, что у меня фрик на максимум выкрутился. Я его подтягивал 29, и фрик просто мне сорвал полностью литкор со всей оснасткой, с поводком. Ну хорошо, хоть так, а не палка, и не катушка, да? Уже радует на самом деле. Кстати, еще один буфик пришел на 2300. Прекрасно. Буфик на 2300, великолепно. Ладно, я очень расстроен, конечно, но рыбачим дальше. Может, еще придет один. Итак, ребятки, у нас поклевочка. Давайте смотреть, кто там у нас такой красивый присел. Кто-то небольшой, да? Можно даже так спокойно тянуть. Я хотел сказать уже, да, если небольшой, то буфик. Да, буфик. Буфик, буфик. 3400. Такая красота. Блин, так обидно за этот обрыв, на самом деле. Ну, я дурачок, на самом деле. Надо было аккуратнее вытягивать. Что-то у меня бывает. Ну, давно большую рыбу не тянул, короче. И вот так вот у нас случилось, ребятки. Не успел даже запись включить. Ну, ничего, ладно. Бывает и такое. Расстраиваться не будем. Ловим дальше буфиков. Пока 4 буфика, ребят, за 21 минуту. Ну, такой себе. Я думаю, постою около часа. И потом смонтирую для вас, чтобы это все было смотрибельно. Итак, ребятки, тут две новости, короче. Вот эта удочка так клюет, уже клюет. Только тут что-то мелко село, оно утянуло без звона, без ничего, да? Кто ты, воин? Давайте так посмотрим. Амурчик белый, просто небольшой, да? 3 килограммчика. И вон у нас удочка посерединочке тоже клюет. Интересно, что же это будет такое? Что же ты будешь? Покажись. Так долго клюет иногда, это кошмар какой-то. Если это еще сазан будет, то это же вообще суицид, ну, реально. Даже не знаю, что это может быть. Так, давайте уже брать. Тут, скорее всего, рыба есть, да? Да, есть рыба. Вот она. Ух ты. Хорошая. Хороший сазанчик.
Пришли ловить буффало, получается сазаны, короче. Ого, буффало на 8 килограмм. Неплохой, неплохой. Неплохой буфик. Хороший буфик. Отличный. Вот это я уже понимаю, вот это куда не шло на самом деле, да? Отлично. Активненько, активненько клюет на самом деле. С прикормом. Самое интересное, что с прикормом по-любому клюет активно. О, даже взял. Но это буфик. На 3 килограмма, скорее всего. Да, да, это наш буфик. Это наш клиент. Интересно, клюют ли они ночью. Я ночью не сидел. Вот поэтому и дождался утра, чтобы начать снимать вам серию. Наверное, и следующий день буду тоже днем рыбачить. Ну, тут уже 18:39 на самом деле. Сидим до вечера. Да, потом продолжим снимать. Ура, размот! Размот, пришел размот! А, все, я понял. Тут такой размот, ребят, я прям обрадовался уже, короче, ну... Весь такой во внимании, короче, думаю, ну все, ну все, о, еще одна клюет, хорошо. Думаю, ну все, красотища, размотище, но нет, ребят, какой размотище? Кстати, буфик пришел, пришел-то буфик, хороший буфик. Давайте его забирать к нам сюда. 8900, отличный буфик, вообще шикарный. Мне интересно, сколько это по деньгам получится на самом деле, да? Ой, тихо-тихо, я даже катушку закрывать там не буду. У меня здесь фрик на 29, короче, стоит оснастка не самая лучшая на самом деле, поэтому... Поэтому сначала достанем вот так вот аккуратненько с фриком, потом уже затянем везде катушки. Еще один буфик, хорошо, под вечер пошли буфики, отлично, 3600. Ребят, отлично. Не назначена наживка, ладно, я сейчас разберусь. Опа, у нас еще одна рыбонька есть. Под вечер прям, ну хорошо пошло, прям, ну хорошо. Что можно сказать? Может, буфики ночью клюют? Я как-то не в курсе этого всего действия. Это не буфик, правда, а сазанчик. Ну, тоже ничего, на самом деле. Посмотрим. А, это вообще карп чешуйся, это ничего себе, необычно. А, ребят, как я вышел из ситуации? У меня стояли крапимиди 18, да? Я ставлю крапимиди 14. Ну нет, у меня других сейчас. Не буду уже брать магазин. Доловим, пока не закончится у меня там пилец. Да. Постоим, посмотрим, сколько получится у нас денежек. Я вам скажу примерно, за сколько времени это все получилось. Очередная поклевочка. Ну, это не размот. Да, мне сказали, буфики ночью клюют. Я тут в Дискорде проконсультировался, так что все нормально. Можно ловить и ночью, и днем. Но ночью, да, будет больше заходить. Вот. Ого! По столобик пестрый пришел. Ничего себе, вот это разнообразие поклеву. Вот это разнообразие, так разнообразие, ребятки. Что у нас здесь происходит? Давайте смотреть. Да все, можно, можно, можно подсекать. Отлично. Что-то интересное клюет, блин. Давайте 27 фрик. Блин, хорошее что-то клюнуло. Интересное. Давайте смотреть. Кто тут у нас такое? Блин, так тянется тяжело. Отлично, я люблю такую рыбку. Ну, кто бы это ни был, мне в любом случае приятно. Это сазан. Это сазан. Интересно, сколько килограмм сазанчик такой, да, идет? А, это карп чешуйчатый, да, у нас? 10 килограмм. Хм, это неплохо, да, для фарма. На самом деле, тут тоже надо поменять наживку. Давно она у меня не клевала. Крапимиди 14 ставим. Отлично. Делаем заброс. Чуть позже прикормлю. У меня последний там прикорм остался. Пока клюет, и так хорошо, в принципе. Посидим еще ночью, посмотрим, что ночью будет клевать. Ну, чтобы понимать, в принципе, эту точку. Да, ребятки? У нас первая удочка клевала, и что-то, ну... Что это такое? Давай, расклевывайся дальше. Вот не люблю я такое, да? Пообсасывала, пообсасывала мне концы, и все. И молчи... Ого! Ого! Смотрите, какая... Вот эта средняя удочка самая активная. Не знаю, в чем там магия. Не знаю, в чем там магия. Кстати... Мне вот интересно, какую мне оборвало? Вот эту, не вот эту оборвало, мне вот эту оборвало, по-моему, да? Да. Окей. Очень жаль, конечно. С моей снасткой это мог быть вполне себе, там, недотров, троф, что-то такое, короче. Но ничего страшного. В принципе, не расстраиваюсь, главное, чтобы сейчас нормально клевало, потому что не хочется видео затягивать, я и так его собираюсь сделать достаточно длинным. И понимаю, что многие не досматривают даже до половины.
Напиши коммент, если ты смотрел до этого места. Мне интересно будет, реально. Все, пришла, пришла какая-то мелюзга. Сазанчик, карпик. Кто ты? Буфика дай. Оу, буфик большеротый, 2 килограмма. Все равно not bad, я доволен таким результатом, на самом деле. Сегодня еще пойду на автобе там. Или не сегодня уже, да? Ну, пойду пофармлю здесь лещей, ребятки, половлю. Обязательно подниму денежек себе, пару ночей постою на лещах. Посмотрим, что будет, как будет кивать. Есть! Неугомонная у нас удочка какая-то попалась, реально. Смотрите, что творит. Что творит эта удочка? Что же она творит? Чертовски интересно, да? Так, кто ты? Сазан. Да, сазан, ребятки. Так, вот выдернем 4400. Да, конечно, надо крючки больше ставить. Я буду приснимать еще эту точку. Будем обязательно здесь пробовать еще ловить. Может, поменяется какая-то оснастка, да? Еще с ним. Может, мы здесь со Стасом проверку точки запишем. Найдем что-то поинтереснее по прикорму, по наживочкам. И попробуем снять проверку точки. Заодно посмотрите, как у Стаса клюет. Пока я один сегодня. Надеюсь, вы будете не против такого видео. Кто ты, воин? О, маленький красавчик. Карпы пошли чешуйчатые ночью. Меня об этом предупреждали, на самом деле, то, что так будет. Поэтому не расстраиваюсь абсолютно. И так нормально, слушайте, уже 23 рыбы. 23 рыбы, и тут есть буфики, есть хорошие буфики, на самом деле. Не так уж и плохо, не так уж и плохо. Ребятки... Это интересная поклевочка. Почему интересно? Потому что тут был размот, да, и он что-то перестал им быть. Перестал им быть, да, бывает и такое. Ну ничего. Интересно, кто же ночью у нас тут пришел в 12 часов ночи, да, в полперо. Если буфик, то вообще шикарно, можно здесь стоять круглые сутки. Нет, не буфик, не буфик. Еще один сазанчик на 6600. А так подразмотал вначале, интересно. Ну ладно, бывает и такое. Сумасшедшая удочка, реально. Такое, такое чудит прям вообще, не могу. Да, на нее клюет и клюет, клюет и клюет. Блин, так обнадежил меня этот треск, знаете, поначалу. Смотрите, кто. Смотрите, кто. Зараза, сазан. На 6,3 килограмма. 6,3 килограмма, а так калибрик, да, наш долбеж. Почему ты такой сильный, гад? Почему ты такой сильный, реально? У меня, честно говоря, уже сдают нервы от этого, вот этого пип-пип-пип. Чисто кошмарит меня эта удочка. Ребят, минут 5 уже пищит, честно. Минут 5. Я думаю, что она сейчас уже возьмет по-любому. Рано или поздно, возьми же ты, наконец, эту удочку, пожалуйста. Возьми ее, почему же ты просто пищит и пищит, пищит. Ладно. О, а это уже поинтереснее. Вот так вот тоже мелодия получается. Не хватает только поклевки на, вот этой вот удочке, да, чтобы уже по кайфу было. Видите как, если клюет, не клюет вот это, то клюют вот эти. Типа тут по-другому. Другому быть не дано чисто, да? О, есть, ура! Ребятки, размот! Ребят, хороший размот. Сомневаюсь, что это трофей. У меня здесь стоит лоткин 22 килограмма всего лишь. Сомневаюсь, что это трофей? О, не, это все, это точно не трофей. Это уже 100% не трофей. Судя по тому, как оно перестало трещать резко, да, и нудно. Мои мечты словить здесь трофей, конечно, еще воплотятся в жизнь, но... Видимо, не сегодня, не сегодня, видимо. Все, расслабилась у нас рыбка. Я думаю, что это сазан, ребят. У меня вот прям такое, знаете, я думаю, что это сазан. Почему сазан? Да потому что уже клевал так. Уже так клевал, да? Ух ты, буфик, ребятки. Это буфик? Или нет? Не вижу, я не вижу. Блин, будь буфиком, а, пожалуйста. Да, нет. Блин, сазан, тварь. Сазан на 13 килограмм, ребятки. Вот так вот клюет сазан на 13 килограмм, да, если у вас... Эх, ладно. В принципе, не страшно. Я не расстраиваюсь абсолютно. Мне, наоборот, нравится, ребят. Вот это интересная рыбалка получается с такой рыбкой. Прикольно. Прикольное место, на самом деле. Да, половить и то половить. Весь... И все половить, короче. Вот еще один сазан, ребят. Ну, ночная ловля, да, это точнее не про буфиков у нас. И все, у нас заканчивается, получается, что, серьезно, все?
Опять тонущие буйволы закончились. А у меня больше нету краба и миди. К сожалению, да? Никакой нету миди, у меня никаких нету. Давайте, может, поставим, смотрите, у нас здесь пелец, да? Давайте пелец плюс пелец попробуем. Ну, чисто так попробуем. Пресноводный криль 14, пресноводный криль 18. Как вам вариант такой? Ну, закинуть, посмотреть, будет ли клевать вообще. Давайте, есть такое дело. Есть такое дело, хорошо. Итак, ребятки, у нас поклевочка на вот это вот удилище. Что-то леска провисла. Ой, как долго клевала. Сейчас начнет утягивать. Я прям в предвкушении этого момента. Сейчас начнет. Ладно, все, мы ее начнем утягивать. Сейчас мы ее начнем утягивать. Уже все. Уже все. Вариантов больше-то нету, рыбка. Куда ты денешься? А куда ты денешься? Еще один сазан, да ладно. Прям сазаны прут и прут, прут и прут. Что ж такое? Ух ты, еще поклевочка. Невероятно. Давайте мы сюда тоже поставим, ребятки. Пелец плюс пелец. Вот так вот, да. Пресноводный криль 14, пресноводный криль 18. Ну, вот так вот, часа. Для интереса, опять же, две удочки так уже будет попонятнее. Есть. Блин, ну интересная точка. Клюет хорошо, ребят. Я тут сидел один раз без прикорма, вообще как-то не шло. Я весь прикорм уже выкормил. Ты. Как интересно, да? Шиклюнуло, так интересно, интересно. Ну нет, это не оно. Это не оно. Что-то, что ты вообще такое? О, буфик, ребятки, еще один буфик пришел. На 5 килограммчиков. Отлично. Тут тоже уже пелец плюс пелец ставим. В таком случае, да? Давайте уже все три удочки пелец плюс пелец. Проверяем, будет ли клевать на пелец плюс пелец. Поставим пелец 18, пелец 18. Вот так вот, чисто, ну. А ради интереса. Во имя интереса, как говорится. Есть такое дело. Ну и проверяем теперь чисто пелец, пелец. Будет ли клевать вообще у нас что-нибудь. Первая наша поклевка на пелец плюс пелец. Я тут подождал немножко, да. И начинаем тянуть. Есть рыба, есть, нет? Есть рыба, есть. Хорошо. Сюда ее. Сюда нашу красоту. На пелец плюс пелец. Буфик пришел. Пожалуйста. И так можно ловить. Да. Хорошо, отлично. Хочу еще постоять немножко. Хочу еще немножко постоять, как минимум. Будет интересно. Блин, а на пелец плюс пелец нормально клюет на самом деле, ребят. Нормально так клюет на пелец плюс пелец. Вообще, чисто вот то, что надо. То, что надо прям. Кто ты такой? Эй, сазанчик. Сазанчик. Все, пельцы тоже закончились. Остаются у меня две удочки. Давайте ждать поклевок на них. Вот она поклевочка на предпоследнюю нашу удочку, на которой еще есть приманка, да? Пока что есть. Сейчас, как оно клюнет, то все уже. Останется у нас только на последнюю удочку словить. И, в принципе, мы отсюда уходим. Идем продаваться. Будем смотреть, что получилось. Есть буфики. Приятно, что есть буфики. Скорее всего, один трофейчик сошел. Потому что, ну, реально так хорошо разматывало. Оу, даже так? Так я даже рад больше, на самом деле, дорогие друзья. Так у нас быстрее все пройдет. Я просидел на точке час. Чтобы не соврать. Час точно есть. Может чуть-чуть больше. На пару минут. Ну, такая у нас рыбалочка на час получилась. В принципе, как обычно, с счастливым часом мы что-то тестируем, да? Так и вот сейчас получилось. А, еще один буфик. Еще один буфик пришел на кило 800. Как бы не было прискорбно, да, что он такой небольшой на самом деле. И здесь у нас тоже кто-то есть. Давай тоже буфика нам последнего. И пойдем сейчас продавать рыбоньку, ребятки. Не, это не буфик, это у нас сазан или карп. Карп. Это карп. Карп чешуйчатый на 2900. Проверили мы точку, и на пелец-пелец клюет. И так клюет, и так ясяк. Идем продавать рыбу. Ну, а закончим мы наше видео с того, что зайдем в кафешку. В кафешке у нас есть буфики. А ты шо, красота, ребятки. Один буфик, 32 монеты на 2 килограмма. Боже мой. Сюда 32 монеты. За этого красавца 33, того 55 монет мы уже заработали, жалко, больше ничего мы сдать не можем. 55 монет и плюс 10 на 297 и получилось 353 монеты. 353 монеты за час, не так уж и плохо, согласитесь. Вот это фарм по сути, это по сути фарм. Причем, знаете, так балдежно. Я сидел общался в нашем дискордике, ребят, заходите к нам в дискорд, ссылка в описании.
сидел, сообщался в дискордике, да, и записывал параллельно серию, и получилось, по-моему, очень даже ничего. Что ж, ребята, на этом мы закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про ваши лайки и комментарии. С вами был Антон, и до новых встреч. Пока-пока. Хорошего дня и настроения.